Базы, правильно вы сказали, я посетил впервые, ну, сам Кайрат, я посещаю же не первый раз и видел, как эта база строится, предполагал, что будет что-то грандиозное, но что будет все настолько продумано, настолько все комплектовано самым современным оборудованием, самое главное, что оно будет применяться так по делу, я, конечно, ожидать не мог. Сейчас база футбольного клуба «Кайрат», я могу это смело сказать, можно ставить в ряд лучших баз на территории не только там постсоветского пространства, само собой, но и смело в Европе. Я бы сравнил в России только с базой футбольного клуба «Краснодар». Может быть, они чуть разные, да, но по уровню, по оснащенности можно сравнить только с этой базой. Только. Рядом больше конкурентов нет. Во-первых, могу отметить, что очень много оборудования, оно очень продуманно скомплектовано, и самое главное, что оно используется. Бывают случаи, когда оборудование закупается и стоит пылиться. Здесь я сегодня уже там буквально за полдня убедился, что все оборудование работает, и самое главное, что футболисты воспринимают все идеи медицинского штаба и помогают ему в лечении, потому что без помощи стороны футболистов, без их мотивации быстрее вылечиться, без их желания быстро излечить человека нельзя, то есть это любой доктор вам скажет. При этом очень радует, что и тренерский штаб помогает медицинскому штабу в этом направлении. Оборудование, могу сказать, что все очень качественно, и самое главное, что видно, что выбирали с душой, то есть не марка ради марки, бренд ради бренда, да, а выбирали оборудование не всегда сверхдорогое, но гарантированно качественное и долго, которое проработает. Это очень важно, потому что мы часто видим, что покупают сверхдорогое оборудование, которое стоит, и на нем кто ничего не делает. Я сам на себе сегодня убедился, да, что и криосауна, и аппарат циклической компрессионной криотерапии, то есть огромное количество оборудования, которое действительно, ну, является, ну, в Казахстане, я думаю, точно такого близко нигде нет. Ну и в России, опять же, можно сравнить только, наверное, с футбольным клубом «Краснодар». Ну, на самом деле, вы правильно сказали. Предела совершенства нет. Всегда можно что-то добавить, что-то убрать. Ну, за тот день, который я был здесь и то, что я видел, ну, нельзя такой прям категоричный вывод сделать, что надо добавить что-то, что-то убрать. Ну, может быть, я сделал бы больше зону... Да нет. Я, честно говоря, вот сейчас начал придумывать ответ и понимаю, что добавить здесь уже на самом деле нечего, по крайней мере, за то время, которое я видел. Для команды профессиональной, стоящей из 50 человек, то есть дубльный состав, здесь есть все условия, поверьте, на самом высоком мировом уровне. И, кстати, в разговоре со мной тот же Анатолий Тимощук подтвердил, что можно сравнить, наверное, только там, с Баварией, с Шахтером. И, например, в Санкт-Петербургском «Зените», мне кажется, даже условия похуже, чем здесь. Поэтому остается только играть и благодарить руководство клуба за то, что предоставили такую уникальную возможность футболистам в таких условиях играть.